Ежегодная декада приемов граждан в отделении правящей партии в Курской области продолжается. В этот раз встречу провел секретарь регионального отделения «Единой России» Роман Старовойт. Евгений Демидов обратился с просьбой отремонтировать дорогу к детским лагерям в Макве. Последние лет 15 она находится в достаточно печальном состоянии и, на мой взгляд, не является безопасной для участников дорожного движения. Роман Старовойт поручил эту задачу мэру города. Участок протяженностью 8 километров включат в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Поскольку она у нас приоритетная, наряду с рядом других объектов, мы будем стараться в первую очередь сделать при наступлении благоприятных погодных условий уже в первом квартале 2024 года. Также на встрече прозвучали вопросы о строительстве детской площадки в селе Леженьки Тимского района, ремонте водопровода в селе Малый Зминец Щегровского района и дома культуры в поселке Камыши Курского района. Работа на этих объектах выполнит в следующем году. Финальное обращение прозвучало от Ирины Хорошиловой. Роман Владимирович, я живу в Золотухино, и мы просим вас оказать помощь в содействии в строительстве дороги по улице Радужная. У нас новая улица, построен новый детский сад, и рядом улица новая. Там живут молодые семьи, прямо в поселке. Да, новый, как микрорайон у нас. Понятно. Да, и просим вас оказать помощь. Губернатор подчеркнул, что вопрос не получится решить без помощи областного дорожного фонда. Протяженность участка всего 389 метров, но стоимость внушительная для местного бюджета. 99% средств на ремонт выделят из региональной казны. До середины декабря завершатся конкурсные процедуры, до конца года будет заключен государственный контракт, и, значит, при наступлении положительных температур в следующем году подрядчик сразу выйдет на строительство дороги. Благодаря нашему губернатору все это, вы видите, прошло очень быстро, он всегда поддерживает нас во всех вопросах, если мы обращаемся, поэтому надеемся, что в течение года следующая дорога уже будет. Приемы граждан продолжатся до конца года. Их проведут представители министерств и депутаты. Михаил Агарков, Сергей Дорохов, Алексей Еременко. События дня.